Добрый день! Мы находимся на строительной площадке, где проводится капитальный ремонт поликлиники 143 филиала номер 3. Как мы видим, процентов на 70 проведен монтаж фасада здания. Проведена гидроизоляция здания как с внутренней стороны, так и с наружной стороны. Кровля здания завершена. Внутри проходит монтаж кондиционирования, слаботочных систем, монтаж трубопроводов холодной и горячей воды, также система отопления. В настоящее время освобождается территория для дальнейшего благоустройства.